Антисептик невымываемый, усиленный неамид-433, состав нового поколения. Предназначен для эффективной защиты различных пород древесины при контакте с грунтом и влагой. Применяется для обработки причалов, террас, беседок, балок и других деревянных изделий и конструкций. Антисептик неамид 433 содержит биоциды нового поколения. Эффективно защищает древесину различных пород от гниения и всех видов биопоражений. Безвреден для здоровья людей, животных и окружающей среды. В схеме обработки поверхности, состоящей из этапов очистки, защиты, выравнивания, декорирования поверхности и фиксации результата, нанесение антисептика неамид 433 соответствует ступени номер 2 – защита. Перед применением антисептик перемешать и развести водой в соотношении 1 к 9. Дерево следует очистить от грязи и пыли. Поверхности, не требующие обработки, закрыть. При наличии грибковых поражений рекомендуем отбелить поверхность неамид 500, дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет. Для нанесения антисептика неамид 433 понадобится кисть, либо валик, либо распылитель. И средства индивидуальной защиты. Мы использовали кисть. Наносим состав равномерно в 2-3 слоя с промежуточными сушками по 20-30 минут. Для струганной древесины расход составляет 150-250 граммов на метр. Для пиленной – 250-400 граммов на метр. Чтобы достичь необходимого для надежной защиты уровня пропитывания, нужно подсчитать площадь поверхности и сразу отмерить необходимое количество состава. Обрабатывать до тех пор, пока состав не закончится. Антисептик неамид 433 придает древесине легкий зеленоватый оттенок. Вне помещений ее цвет может стать медно-золотистым, а после длительной эксплуатации – серебристо-серым. Его легко перекрыть окрашиванием поверхности, даже в светлые тона. Работы следует проводить при температуре воздуха и самой поверхности не ниже 5 градусов по Цельсию. Обработанную древесину рекомендуем защитить от попадания влаги не менее чем на 48 часов. Полное высыхание достигается быстрее при температуре воздуха 16-20 градусов по Цельсию и влажности не более 60%. Используйте антисептик неамид 433 с биоцидами нового поколения для надежной защиты от биопоражений на срок до 35 лет, даже при условиях контакта с водой и грунтом.